Всем привет! В Челябинске проходит заключительный тур чемпионата Уральского федерального округа. Я сегодня играл черными с Егором Кашуляном. И после Е4, С5 было решено выйти в боевичок. Конь F3, конь С6. Егор, который обычно играет здесь слон B5, вдруг взял и сыграл D4. После CD конь бьет D4. Ну, у меня основной ход ферзь b6, но я решил его, ну, серьезно задумался и решил его удивить челябинским вариантом. Ну, достаточно символично в Челябинске челябинский вариант сыграть. Вот, и после конь b5, d6, слон g5, a6, он отступил конь a3, и после b5, конь d5, я немножко подумал и решил проверить его в остром, очень остром варианте. Ферзь a5. Слон d2 играть надо. И ферзь d8. Здесь сильнейший ход c4. После чего возникает какой-то сумасшедший боевик. Объективная оценка у белых перевес. Но дикие осложнения. Егор сыграл слон g5. И после ферзь опять шах. Слон d2, ферзь d8. Слон g5, ферзь c5. Слон d2. Ферзь d8. Партия закончилась троекратным повторением. Согласились на ничью. И теперь, какое я занял место, зависит от результата партии на второй доске. Пингин играет белыми, с неплохим шахматистом, с Вячеславом Рожковым. Ему нужно обязательно меня обыгрывать. Ой, меня. Вячеслава обыгрывать. Вот. Но даже если он выиграет, его более высокий пуговиц ничего не значит. Предусмотрен тайбрейк. О результатах тайбрейка, если такой будет, вы узнаете уже завтра. К сожалению, у меня потом мне нужно будет ехать домой туда-сюда. Вот, и сейчас, пока пользуюсь случаем, заехал на мойку и могу чуть-чуть полчасика поспать перед возможным тайбрейком. Все, всем спасибо за поддержку. Челябинский вариант. В Челябинске это символично. Надеюсь, что Вячеслав даст нормальный бой, и я останусь первым. Все, всем спасибо за поддержку. Еще раз до свидания.